Приветствую всех. Иду на майскую прогулку. 2013, юбилейную. Буду по ходу дела все снимать. Начало майской прогулки. Все идут на регистрацию. Скоро начнем стартовать. Да? Ждем поезд. Стадо. Рейтор, если что, меняйтесь. Серп молот. Что, мы идем? Да. Все, идем. Мне вот нравится там иммиграция, какой-то он говёный. Может, подождём? Это примечательно. Опа, сейчас вам. Это самое главное. О, наконец. Я уже поесть успела. Поспать надо. Еще идем. Лягушечки квакают. Еще идем. Здесь вообще целый хор. Прошли 12 километров. Прошел 12 километров. Взяли немножко, да? Раз, два, три, да.
Вот, можете рассказать, почему такие большие рюкзаки? Субу несем. Пуховики и спальни. Надо отметиться. Там остается примерно столько же еще. Мы прошли вот 12 из 3 мы прошли. Из 30, 12 километров из 30. Я не знаю точно, может быть, да. Прошли уже 13 километров. Все отлично, просто замечательно. Майская прогулка радует, как обычно. Виды, маршрут. Все отлично, замечательно. Вот. В лесу в некоторых местах, конечно же, сыро. Я уже успел вступить на мокрую почву и промочить ногу. Одну ногу промочил, а другую испачкал. Но ничего, все нормально, все хорошо. Ступни ног уже начинают немножко чувствовать дорогу, как бы сильнее, да? Ступни ног уже начали уставать. Вот, ну ничего, дойдем. Ну, вот и еще один пункт. Пластыри, стельки. Че, продают там что-то? А? Продают там что-то? Ну, вот деньги, там деньги просто бесплатные, ничего не дают. Почему воду? Плохо, да. Вода бесплатная. Туалет, наверное, тоже бесплатный. Чувствую, что мне кажется, сейчас звери. Мы же сейчас так поделились. Где присесть? Вон кафешка. Закрыт. Острый финикит. О, страусы. Надо обойти. Как это? С душарой. Что-то здесь мы тебе. Душарой, да. Вы отметите? Идти надо. Идем. Двинулся уже от 4-го КП. Идем. О, срезали типа путь. Вон там вот, если видно, конечно. Люди типа путь срезать решили. Зимой.
ног уже сзади давит мне. Но терпимо, конечно. Все равно затрудняет. Ну вот, наконец-то. И дошли до Шарташа. Озеро Шарташ. Заебись. Красота. Да, озеро Шарташ. Классно. Люди отдыхают. Я иду дальше. Я почти без остановок. Только на контрольных пунктах останавливаюсь. Остается совсем чуть-чуть км. Ну вот, считай, последний контрольный пункт, 5-й, КП-5. Здесь уже сдают что-то поприятнее. Значит, он уже скоро стоит. Кому-то стало плохо от 50 км, а может и от меньшего. Контрольный пункт 5. Последний пункт, и осталось только несколько километров пройти до финиша. Каменные палаточки. Да. Вышли через лес этот. Идем дальше. Дудунки. Это не ботаника, это далеко не ботаника. Вот это очень важно. Берегите лес от этого. И не мусорьте. Ну вот, я и дошел до финиша. Там вот финиш. Все фоткаются возле него. Написано. Получил памятный значок. Сейчас пью чай с пряниками. Классно. Может, правда, пешком дожился? Как мало про вас, Миша? Пошли.